Так, шалфира нет, скукотищи нет. Ну, я сумунил. Короче, пошли, могу убить еще. Там скукотищи пишет, что его надо заменить, выкинуть из игры. Скучно ему, что ли? Че, да. Зайдешь? Нет. А че? А зачем? Там что, нету, что ли, ребят? Сыршама нету, скукотищи нету. Надо ебашить. Могу я Аршамы зайти, но у меня не в гильдии. Попиздить шмот. Да, я бы зашел, конечно. О! Я тоже зашел. Может реально зайти, как вы думаете? Заходи. Не, ну только все равно тело какое-то вред надо взять. Пойдешь Лингреном, может? Ну или кем хочешь. Что, прям нету вообще никого? Так, ну, хули Дринк отошел. Или, потом... или вам именно шаман нужен? Ну типа если ты не зайдешь, я заберу Гера, шамана. Гера будет, но Гера нужна. И я лутану весь шмот на шамана, тогда я прям стану топ шаманом в мире. Нет, ты можешь шамана. Нет, ничего там не надо просто, я говорю. А вон там в гильдии Сторм Элемент. Костя Элен. Просто если кому-то что-то там шмот какая-то нужна, лучше им, конечно, пойти. Так, а кто так, там я тут? Ну призану не я надо. Могу, не, если нету, давай схожу похрен. Могу за ДК сходить. Там и Виланша есть. Или следующий рейд. Оставь на второй. Слушай, ну ты сходи, Лингрен, ну тебе же на шамана ничего не надо, я зайду тогда шамана ну, вообще не, заходи. Дайте сум, ну. Еще раз. Я только пришел. Это самое, тут бой пока, тут трэш чистят. Этот самый, кто там, блять, кому дать. Короче, Шалфир, на тебе лидера. Тут, короче, пала моего кикнешь, я сейчас... Это, сейчас я офнусь, короче, потом кикнешь, когда он офнится. А, блядь, сейчас вы не можете выйти. Сейчас я, блядь, протонусь. Я, короче, зайду шаманом. Заебало, почему нельзя в нижний бой? Сейчас я, сука. Заебало. Вон там, возьми хэла. Ну ты подамажишь, я у меня потому что хил аспект только, я почилю в пятой пати там. Как раз, блядь, видео с гайд запишу, как там, блядь, хилить, нихуя себе. Цепнуху, миликов и все. Угу. Так, все, сейчас я в чат орды плюсану. Сойду. Так, дядя, в целка ты берешь меня? Хазее, это кто? Это я. Ты уже на кегле записал гайд. Да, я же говорил это самое. Не, ну все, что я сижу, жду. Да, в целкашку, наверное, да, можно. Сейчас посмотрим. Ну там так-то я больше мордаун-то, если что, хилю, все нормально. О, нихуя себе, тогда можно мордаун-то кикать. Но у него долгонос. Так что ты пока что слабый. Долгонок. Так я хилю, долгонок дамажит. А он еще дамажит, блять, он еще дамажит. Ну ебать, нахуй, ну все сразу. Так. А надо, чтобы все сразу было. Вот, плюсую в чат рды. Void Vave. Там Void, так Void. Понятно, что это ты. Vave. Он даже свои ники правильно прочитать не может, понимаете? Void Wave, что ли? Void Волна или что-то? Да. Ну, Void Волна. Void Wave она читает. Void Vave. А часы хуйня? А что у нас по миликам? Просадка какая-то? Хэлла. В милизоне. А кого в милизону ставить? Ладно, посообразим. Я в миле побегаю. Ты побегаешь. Да, где фиолетовая, это фиговина будет. А что ты там собрался убирать? Что убирать? Ты там что-то рассказывал, я на кухне просто был. Убирать, не помню. Из рейда что-то. Не помню уже, блять. Ну вот пока ты... Вайшу не убьем, будем ходить ГМХМ. А, вот как только Вайшу Келли убьем, ну типа поставим на поток. Я думаю, ГМХМ мы уберем, потому что, ну, я не знаю, блять, это так сложно сформулировать, блять. Вроде бы лесенка, чтобы подняться до того уровня, в который люди одеваются, уже ходят. Короче, контент, это блядь. Года через пол, не раньше, я так понял. Ну, я не знаю. Не, ну, типа, блядь, кто его знает. Почему? Это все от нерфа зависит. Сейчас, если нерфанут,
10% это мы уже убьем и робота, и каратреса можно тратить и убить. Просто надо прийти разъебать его. А сейчас, конечно, блядь, ну дохуя там цифер. Просто надо всем на форум написать, понятно. Плюс еще неизвестности фактор добавляет этот ебаный реворк нахуй. Будет он, не будет, что там будет с ДПСом у всех классов. Там же нахуя что перелопатили. Кого-то апнули, блядь. Дайте, пожалуйста, масло. Дайте сумму. Или подсолнечного. На СПД. Нет такого. А, у меня один цепрот, блядь. Спасибо. Есть суммон? Нету. 500 гривен на киви кошелек. Вы осмелились взглянуть на вместилище душ? Я сожру ваш зал. Два не в сети резко. Не знаю. А, релогуются, я понял. Говорят, паладинов, короче, рейтриков убьют. Надо срочно, короче, два куска топять. Хуяли. Да не убьют. Там уже холи ретрики будут. С одной ручкой и щитом танковским. А у меня рыбы нету. У кого есть рыба, блять? У меня что-то на шамане рыбы нет, нихуя. Я поставлю. Ага. И масло еще, да, не СПД кто-нибудь? Не слушай ты их, никто там никого не убьет. На войду дайте кто-нибудь масло. О, да, спасибо. Слушаются этих бабок с подъезда. Два заряда, я понял, блядь. Тебе вернуть или не надо? Скиньте, где там новые правки, МДС. Я хоть почитаю пока. Где Шелфир? Давайте еще его сумлим. Так, давай посмотрим, кто будет где стоять. Ну, первая, вторая, кроме Хэла. Еще туда добавляется Карбонара. И еще кто добавляется? И Неола бегал. И Неола еще добавляется. И кто еще добавляется? Сука, кого? Не, я могу как бы и в миле постоять. Там как бить тебе будет на шамане? Или ну, я просто буду подкидывать тычку там, и все. Ну ладно, стой тогда там где-нибудь на рендже в той штрафной зоне, ну в той стороне, типа. Угу. Короче, и Неола, и Карбонара, да? Бегал, мне без разницы, хорошо. И Неола, Карбонара, первая, вторая пати. Остальные все в этой зоне, как он называется там, блядь. Короче, так, это вот не ПГП. Поставлю вот эту хуйню. Нету, так. Короче, все на шамана анролл. Проверка на пул. Напишем на форум потом, что рейд лидер кинул нас на шмотку. Ну, а еще не в гильдии, блин, на туре можно забанить, блин. Ладно, даю отчет. Какие-то темы ставить. Исцеляющий поток нормально по темам? Геру, да, надо? Даю Геру. Интересно, сдохну я, нет? Короче, знаете, да? Вот на ком на первых гейзеры появятся, то следующий уже будет во время обстрела. Так что готовьтесь сейчас, милики. Уже буквально, не знаю, секунды 3 будут гейзеры. Так что разбегитесь там в линию, милики, и сразу сделайте так, чтобы никто с вас не сдох. О, РДД, нахуй. Шадо, блять. Почему, брателла, блядь? И Гэндальф, почему? Чё, нельзя в сторонке постоять? Сперганула. Надо в сторонке стоять, и тогда ты в одном своем гейзере не сдохнешь, а ты вокруг тебя 10 человек стоял, и ты сдохла. Ну, на будущее не повторяйте такую хуйню. Играем дальше. На обстреле на миликах будут гейзеры. Внимание! Милики, готовьтесь. Молодцы. Почти. Берегитесь. Так, вот на гейзеры были на мильках. Теперь ДДшники. Ждем гейзера, она скоро будет. Внимание. Держите это в уме постоянно. И вы никогда не будете стыхать. Ну скоро эта хуйня пройдет, сейчас будут гейзеры скоро. Опа! Геморрой проходит очень быстро. Молодцы. Заебал. Ты какой-то мемный, блядь. Геморрой какой-то, какие-то мемы, блядь. Смотри, как я миликов хилю. Блядь, Сава словил даун. Я не понял, вы что, все гайны посмотрели, как играть, или что?
Милики, да, готовьтесь, сейчас будут гейзеры скоро. Милики, вот они гейзеры, блядь, смотрите, с минус сколько. Главное, чтобы второй рейд такой же был. Да ну нахуй, никто не сдох просто. Ты заебали. Метка сбежаться. Метка сбежаться, я не буду сбегаться, идите в жопу. Шаканья. Обстрел. Бля, конфликт. Бля, накаркал, да, Войд? Мудаки, сука. Я дал гимн. Шо? Осталось столько миликов спасти. 10 лямов, не знаю. О, блядь, да ну нахуй. Я еле выжил, блядь. Кринж. Но у меня дезертация повесилась. Там избегался. Смотри, как я миликов захилил. О, РДДшников. Делай. Кастану лаву, может быстрее босс умрет. Молнию покастуем. Сало словил. Я дурачок какой-то, блядь. О, РДДшник, милики, готовьтесь. О, буревая сдох. Конфликт, спасибо, блядь. Ебана. Че вы такие? Так, о, я еще на шестом месте подойду. Надо было пойти умереть, да? Ну, я не знаю, кто конфликт-то словил. Что-то бьёте, нет? Да должны, лям, нахуй, давайте душите. Два хила работаем. Душите эту собаку. Ну, шалфир есть. Как удал. Войд, прикинь, я бегал, короче, еще и пятнаху дал. Так а хули, там же шоки, они же мгновенные. Ну, их, блядь, еще настакать надо. А чтобы настакать, тебе надо на лавовый брат. Давайте, бегите. Вот, смотри, ботинки. Вообще прям красава. А этим скорости, ну. Что там, на меня что-то выпало? Конечно, да, рычуга. Да. На скорость. Для хила и на РДД самото. Вообще бомба, блядь. Это крадуль. Лёха, слышишь? А тебе чё очковать? Ты он на Элима пересядешь, да и все. Мне сейчас нравится вот этот босс, который ну, собака. Ну да, в принципе, базара нет. Но я все равно хотел бы, чтобы у меня мейн паладин был. На эфейское братство бессмертно. Не, паладин топовая хуйня, ну типа если... Да я если чё просто буду танчить, я вообще думаю танчить буду, но а на ДД так себе подбирать чуть-чуть шмоток и все. Древковая надо кому-то? Так, а проще. Что там такое? Я ИПГ-полутмастер не включил, надо кому-то древковая, агильная. Блин, кота. Я её, может, всё украду. Вон, кому-то надо. Вкусненько. Так, ханту закину тогда. Где он? Вот сюда. Войд. А. И просто, у тебя же есть аддон Raid Roll? У меня, да, да его включать надо релогаться. А, понял. Я его не использую, я через ZPG Podmaster смотрю. Просто я его отключил, потому что это у меня... Я не в гильдии, потому что ГП нету. Короче... Какие это... шапки? А, короче, Шалфир, у тебя есть распыл? Нет, у меня есть, мне скидывают. Вот закинь мне, если что, пускай это... Если что, вот тебе две шапки скинул, там... Если кому-то что-то нужно из этих шапок, напишите мне в ЛС. О, да ну нахуй, смотри, с хостой и еще с хостой проком, да? Да-да-да, я говорю, ботинки прям вообще отлично, и на хила тем более. Вообще нормально. Смотрите, как матрица, голова и тапки одновременно с хостой не работают. Сегодня парень в десятке выкупал за голды. Не работает. Если тканевые выпали, то не работает то и то. Этот перчик кому надо? Значит, заклинание жопу. Надо, видишь? Надо. Кому? Сразу надо. Сразу. Кому? Тролл Д надо. Тролл Д. У тебя как с онлайном, кстати, Тролл Д? Ну, я не помню, раньше вроде редко был. Сейчас заебись, у меня сессия была просто. А, так, ладно. Кому-то шапка на крит нужна? Может быть, на офспек, или я даю ее на распыл Авелонию. Спросите у Гандальфа, ей надо вообще. Ну, конечно, Гандальфа отдайте, 2-7-1. Не, на самом деле хуйня с критом бесполезная. У меня, по-моему, такая была. У меня такая есть. 2-7-1. 2-7-1. Только пенчерка другая. То есть ПДшка посильнее будет на РЦ, если. Ну или с какой-то классовой. Чё Войд? Там по поездам, нормально едут? Молодцы, да, мне понравилось, молодцы, вообще заебись было. Молодцы, да смотри. Я в десяточку с рандомами бегаю, смотрю. У меня рыбы нет, этот,
Значит, шестой хил у нас уже есть, Рокшейн. Ну, посмотрим, как будет. Посмотрим в эти шесть хилов, что будет. Сейчас у вас шесть хилов, да? Отдайте маги столик, я возьму жрату и резаться. Вот, пожру еще рыбу. Тыкнул. Лови. Че, я скукотище позвонил, у него компьютер подвис. Ну ладно. Сегодня ладно. Уже не у первого прям было. Я за целка потом, ну, позвоню, спрошу там, че как. Все, знаете, да, что делать? Когда после 50%, там 35 геру дам, короче. И после 50 там начнут шары появляться. Если в мелизоне 2-3 шара или один даже есть, его завывешиваете быстро. И когда проклятие появляется, выносите их право-лево. Блять, а мне тут нихуя не назначено. Я, короче, ну, возможно, вам ничего не скажу, но выйти посмотрите на свои дебафы. Так, проверка, отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Не хватает. Да, ну, у меня что-то неправильно было, блядь. Как просто цифру убрать, смекающие? Тихо. Так. Мудфокс, Ресса и Гандальфа. Шадоу, читай на хп. Не вставай пока. Теперь вставай. Бичи сдохли, блядь, всякие. Ставлю тотем. Гандальф на ману читай. Для вас тотем чисто. Так, от сферы отходим, хилы. Выйдите, на ком говно это? С решетки выйдите, 1, 2, 3, блядь. Дал Геру. Еле-еле, блядь, еле-еле, пиздец. В эту хуйню заходим, в бублик. А теперь выходим. И хилим. Шалфир на хп сдал, да? Или... Бля. Короче, все сейвы на вот эту хуйню, все. На хп, не на хп, что есть прям. Набили, нет? 300 тысяч. Должны, да. Я, кстати, с тучкой зацепился от мрака. Ну так, тучка, тучка, ну, ребят, ну да, как можно отключить приложение цифр, которые вылетают при хиле? Очень ты в настройках, зайди в интерфейс, настройки интерфейса, там галочку бери. Где? Там много всего. Секс двое. Секс двое, да. О, двое плеч, нифига себе. Запы. Тихо, спасибо. Тихо, да, типа одному, этот самый запы, надо кому-то 320 урона, короче, запы, скорость, меткость, кому? Гамасек. Ты что, ебанулся? Он не про эти запы сейчас говорит. Ты паладин. Да. Я про тканевый, я про тканевый. Че там за запы? Фух, ебать. Зунал Тор, да? Кидайте ролл. Алонал, тебе нахуя? Вот это ролла. Алонал, тебе нахуя? Если это запы, то ему нужно. Может отдать типам тканевикам? Зачем тебе носовую эту хуйня? Носовую? Ну, в смысле, магу нужны ей. Ну, совы берут. Эту хуйню берут? Ну, да, некоторые ходят, Рейза не ходил. Какое-то время. Короче, я, но, это... Ну, лучше магу, потому что... Сколько чарок с ТТГ должно быть классов? Две. Ну, ноги там и тапки. Короче, давай магу закинем, наверное. Не знаю.
А там уж смотрите сами по нужности. Плечо, что там? Глубокие раны. Глубокие раны. Вары есть? Арбаз тебе надо, арбуз? Работаем. Арбуз. Арбуз надо, не? Да. Ролл кинул. Да. Я бы зац. Скорость АРП, крит АРП, скорость, нахуй, запястье, кому надо? Для ретрика, наверное, надо. Анхолику. Или анхолику. Или анхолику. Ну, кто-нибудь тронитиком надо. Предпочтительно. Кому, кто, ну кому надо? Я не... Или на коне что-то там пролить буду. Ну, я же называл латы, АРП, крит, хоста. Вот, видишь? Я в сумку закинул. Значит, плечо. Все. Плечо АРП, хоста и чарка озноб, кровавая чума. ДКшная. Юля, может дать? Да. Она же как-никак собирает ДД-спек потихоньку. Ну и все, и последний босс остался, самый простой, блядь. Так. Королю. Нара, у меня на тебя большие надежды, блядь. И Ниола, а что у тебя? Как вообще приступ у Ниола один? Гляньте там мельком. Что ты в Гере это вообще собираешь появляться? И вот твой товарищ Холи ДЦ. Что-то вас обоих. Да вроде не... норм. Не ходят нихуя в Геры. Вот в обычках их вижу иногда. Или у них. А кто, там, кто, 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 кто? А кто? А кто, 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 кто? А кто, кто? Вы что там, блядь? Надо приодеться, но ему штаны Т4 апнуть. Дураки. Хотя бы Т4-2. Ну, так, жрем. Тактику знаете, да? У меня нихуя тоже аддон не скажет. Сами, короче, ну, говорите кто-то отверачиваться и это. И еще что там. Метки над головой, треугольник, блядь, крестик и череп будут ставиться. И просто выносите их к стенам, блядь. И все, больше нихуя тут сложного нет. Диспелят, короче, вот присты там. 4 приста просто по масс-диспелю нажали. Если что не додиспелилось, он гомосек додиспелит. И все, блядь. И... Позорец. Ебать, воет шаман, блядь. Че за хуйня? Опа! А нахуй вы пулите, бичи, блядь? Геру. КД, по-моему, блядь. А уже есть. Метки вынесли. Метки, сука, череп, нахуй. Кто это? Тролдем, блин, не спи. А я, блин, ком вынес, блин, я знаю. Отвернули. Кстати, не диспелит. Не диспелит. Никто не диспелит, говорю. Я пизды вам дам, нахуй. Всем пристам, блядь. Начинайте диспелить. Масс диспел дали, блядь, дальше бьем. Что останется там на танке или на одном милике там всек до диспелит. Ну чё, блядь. Тернулись. Тру-дру, блядь. Босс разъебал, да? А это чё за хуйня? Да чё я ты... думал, это пол не был, отбежал, я думал, блядь. Кинулся. Ну правильно, блядь, не надо кидаться. Метки. Не надо меня в кота загонять. Ой, Зунатор, нахуй, как дела? Че, он фир словил? А это что за хуйня? Блядь, я вилаш так далеко не могу просто достать. Вернулись. Метки. Ну, у меня скверно пролетело 25 тысяч. Ну просто бичи в рейде, блять. Отец же как сдох. Ой, блять, повезло вам, что я, сука, я не вижу. Я полметра не отбежал. Мжи нахуй. Вам повезло, что я тут не. Ну, бичи, буду... потому что. Не забил, блять, обилок босса, блять. Так бы я видел, кто слакает, нахуй. Вообще, нормально, блять. 5 тел лежит, блять. Нормально вообще, блять. Играется, блять. Первый раз за всю жизнь умер от этого удара. Ага. Все, блядь, сейчас сотку дам нахуй. Сказочник. Пять же, ну ну ладно, третий. Пятый. Пятый десяток тебе, это понятно. Ты там это... Тише.
Так, ну давай, значит. Крумонар Мэтфокска, да? Отвернусь. Давай, Аланал, Рес и Рокшейна, пускай еще похилит хапа у нас. В четвертой пати шаман. Паладин. Вот, встал. Метка. 2-8 вынеси. 4, 3, 2, 1. Тернулись. А че я первый по хпс? Вы вообще хилить будете, блядь? Я вообще ж бомж, нахуй. Я, блядь, испалю стою. Я в 245-й хуйне. Не, ну это понятно. Остальные хилы, чё, как дела у вас? Карбонара, блядь. Давай, догоняй меня. Вышел. На хуй в фонте разрывы, пиздец. Ты там только вела, что не проеби я её, потому что это... Я это уже не вижу. Отвернись. Рокшейн, ну... Это... Дай на хп... Ой, на ману этот... Кто-то дайте на ману с пристовкой. А, похуй, уже босс убитый. Поебать. Похуй. Ну, челиков, сдиспельте, но они же умирают, бля. Вы чё, совсем бичи, блядь? Босс убитый. Ой, поезд хороший. Ваш мана? Нет, нахуй. Блять, какого хуя на шамана ничего не падает? На ретрика поиск. Прикинь, ревностный упадет, кожаный вообще охуею. А шо это? Ну да, на ретрика, наверное, тоже норм. Сила атаки? Ну да, можно. Но было бы ой, ты там запы отдал уже с предыдущего босса? Да, какие, я не помню. Это, гомосеку с хостой. Это, жезл надо кому-то сразу плюсанить в рейд? Я посмотрю, кому там надо. Ну кого, давай говори, кто сказал, что шаманы бичи. Это наш, это НДДшный? У тебя какой жезл, линкони? Линконите жезлы свои, я, блядь, ну не понимаю нихуя. Просто линконите. Так, ну сами попросили, ебать. У меня такой жезл, только 258, у меня шифт не работает. Так. 64-й у Гандальфа, 65-й. Ну, я пойду на ЧТК сегодня. Челка. Оф танком. Я вон Гандальфу там получше будет. Хоть какое-то. Типа накинул? Нет, нет, не ливайте пока. Сейчас я перезайду. Дадите панчи. Этот, значит, голова с 320. Вот это нердру надо кому-то? Карбонар надо тебе? Подожди, плечи. Как? Это плечи. А, голова, да. Ага. Значит, плечо, интеллект, дух, 320 тоже хуйни. Присты надо кому-то? Так у меня такая же, я могу отдать кому нужно. Или это грудак? Это грудак. Пояс, хоста. Короче, ловкость, пояс кожаный, сил на силу атаки. Надо кому-то? Мэтфокс, ультрадру, вам надо, да? А кому с вас нужнее? Зози, ультрадру, Мэтфокс? Мэтфокс, ну, не помню. Зози, мейн-код сильнее. Зози, мейн-код. У него там жесткий код. Но он как-то редко ходит что-то на РТ. Зози, как у тебя с РТ? Ну давай Зози. Бигдем на ИП, просто хорош. Я только в геры не хожу. Нормально. Какие ИП, блин, вы что, убираете? Пускай завтра плюсует на РТ. Пускай завтра плюсует. Да, все правильно. Этот, латы, свет небес, вспышка света. Ты ему даже в Дискорде нет. Ну не, спасибо, не надо. Какое ИП, блядь? Завтра. Смотри, ты сразу додиков можно вычислить. Я додик. Это, перчи на хпала, надо кому-то эти? Оф спектр. Да, мне перчи. Кому надо? Либо если кто-то выше забирает. Ну, распыл заберу. Кроме гомосека никому не надо, Рокшейна, Вилани, там. Сука. Чик. У меня все есть. Так, гомосеку закидываю. Все, сейчас я... Сейчас я портанусь, зайду, короче. Бля, не полутался нихуя, блядь, нахуй я пошел вообще шаманом. Ну, ботинки залутал. Ну, ботинки, нахуй что-то.